Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И сегодня... студенческий блог. Ну это да. Это так неожиданно. Это так вообще прям. Сегодня я немножко... В общем, сейчас я расскажу предысторию, а потом расскажу, что сегодня было. Когда-то давно, когда мы только переехали в Америку, я поняла одну такую вещь интересную, да. Здесь мужчина абсолютно по-другому ставится к женщинам. Вот, допустим, мы общаемся с родителями в парке, с мужчинами. Здесь я как девушка, как женщина на себе никогда не чувствовала каких-то вот этих неприятных взглядов. Ну вот кто из Беларуси, тот поймет. Когда похотливый. Ты идешь, ну он не похотливый, он такой паскудненький какой-то, да. Когда ты идешь, вот допустим, по Экспобеллу, там работает очень много мужчин. И они вот на тебя так смотрят гаденько, да, и так типа там добрый день, да. В общем, Наташа. Здесь, ну не Наташа, это не Турция хоть. Но приблизительно так. Здесь как бы я на себе никогда таких взглядов не ловила, и я это потом Сереже несколько раз озвучивала, что насколько это вот приятно, когда ты можешь стоять с тем же мужчиной, как бы, ну, общаться, зная, что нету никакого вот какого-то этого подтекста. Сексуально. Ну, возможно. Сегодня захожу я, значит, в класс физруку. Сегодня так сложилось, что я вообще бладная девочка, и значит эти новенькие кроссовконосы какие-то там постоянно, они в общем плавающий элемент, они какие-то добавляются, какие-то уходят среди урока. Я вообще не понимаю, они просто так приходят, они числятся в нашем классе, уже вообще ничего не понимаю. Ну, пофиг. В общем, сегодня мы разговаривали обо всяких зависимостях там, и о наркотиках, о игровых зависимостях. Ну и потом опять началось вот это деление, кто там от чего зависит. Ну, в общем, в основном все мальчики говорят, только один там что-то сказал по поводу там спорта, он зависим. А, один отличился, он сказал, что он сексуально зависим. Вот, и в основном все говорили, что они игроманы, что там по 8 часов в день играют в приставку там. Так а про спорт и про сексуальность что говорит? Ну, он просто сказал, что у меня сексуальная зависимость, он не стал как бы так... ну, особо рассказывать, как ему уже там тяжело бороться с этой зависимостью. А спортсмен? Спортсмен сказал, что он, типа, зависимость это то, это зависимость это практически привычка, но которая в ущерб всему у него идет. И вот он говорит, выбирая между подготовкой класса или еще чему-то, я лучше пойду, типа, в спортзал. Ну, значит, там туда-сюда. Меня спрашивают, какая у меня зависимость. Я говорю, ну, говорю, как бы я, говорю, Fortnite, честно скажу, не играю, да. Говорю, особо так зависимости-то у меня никаких нет. Говорю, ну я убираюсь, я люблю убираться. Вот реально моя зависимость. И говорю, мне вот даже вот не лень, если я знаю, что не я последняя с первого этажа уходила, я вернусь, поправлю подушки так, как мне надо, поставлю стулья под тем углом, как я люблю. Говорю, ну, для меня это зависимость. Ну и значит, тут
задние парты, получается, я стараюсь сидеть всегда на передних рядах. Мне проще слушать человека, когда я вижу его лицо. Ну, это, наверное, всем. Да, ну, это проще. Особенность изучения языка. То есть, мне, короче, надо начинаешь его глаза. Это язык, не глаза, а рот. Важно иметь визуальный контакт, тогда проще понимать человека по выражению лица, по губам, по мимике. Это помогает в изучении языка, и это в общем, нормально. Какой там по росту недоразвитый подросток, да, мне вот такой, ну и потом я поняла, что. Принадлежности к какой? К чьих он будет? Он африканамерикан. Он мне такой, с таким вот пошленьким голоском, говорит, так типа переезжай ко мне жить, нам типа будет весело. Я никогда не убираюсь, а ты будешь прибираться. Я просто окабанела от этой дерзости, честно говоря. Малолетний. Даже дело не малолетний. Как бы я в принципе не люблю, когда так общаются в такой вот манере в какой-то этой, да? В конце концов, я заслуженная мать троих детей. Да. Ну, в общем, я окабанела быстренько, но пока окабанела, я ж повернулась посмотреть, чьих это будет, да? Улыбается. И улыбается вот этой вот уродской, гадкой, вот этой улыбкой. Как вот эти. Да, экспобольно. Вот у меня вот. Почему я ненавидела ходить на этот экспобор, если надо что-то купить? Я вдохнула и такая говорю, типа, не вопрос. Говорю, но, говорю, мне интересует, говорю, размер твоего дома. Он типа, а что имеет значение? Я говорю, имеет значение. У меня, говорю, муж, у меня трое детей. Говорю, дети мечтают о собаке. Нам, говорю, нужно много места. Говорю, потянешь? Он, короче, все начали ржать, он приткнулся, в общем, стушевался. И я отвернулась, думаю, ну что, я буду с этим мальчиком там отношения как-то выяснять? Ну, я просто в шоке. Я возмущена до предела. И, в общем, надо сходить на Woman Study, набраться там умных терминов каких-нибудь. Ну, я вообще, ну... Вот как я 10 раз говорю, я вообще все это вырежу, потому что, блин, я пока не могу выразить свои мысли. Ну, вот я скажу, 5 копеек, как говорится, вставлю. То есть, чтобы кто бы то ни говорил или кто-то не думал, что мы тут как-то расхваливаем Америку, да по-всяк... или не расхваливаем, или наоборот там что-то нехорошее говорим, или говорим про другую страну там или прочее. То есть вот мы говорим как есть. То есть если хорошо, то хорошо, если есть такой факт, то есть. То есть вот Марина и сказала, что я подчеркиваю. В общем-то ты даже мне не это тоже не сразу мне это сказала, что ты вот ты как-то раз и почувствовала, что уже долгое время нету этих взглядов, вот да? Каких-то то есть это не сразу было заметно, этого какого-то да. Гаденького там, блин. Да. Если тебе подают руку там, да, это тебе подают руку, чтобы, понимаете, выйти помочь тебе, да, там, или еще что-то. Но вот не чувствуется вот этой вот какой-то, ну, я не знаю, как сказать, но если вот оно или... появилось, то вот оно появилось, ну, вот и оно мы сказали, появилось. Что оно есть. То есть, да, не все такие гладкие, сладкие. Приятные, воспитанные. То есть то, что есть, то, что есть. Ну, вот это такое маленькое лирическое отступление. Ну, а кроме физры, у нас что еще? А, ну, Woman Study у нас за сегодня была. Сегодня мы изучали третий пол. Я вообще знала только про третий пол, как по-моему, это Малайзия, фафафины вот этих, которых из детства с детства их прям воспитывают, как вот мальчиков, как девочек. А оказалось, что подобная практика есть и в Индии, и там что-то 4 или 5 тысяч лет насчитывает эта практика, их воспитывают тоже как женщин. И даже в... Именно мужчин как женщин или женщин как мужчин? Нет, нет, тоже? Женщин как мужчин. А в Албании наоборот, практика, что женщины принимают на себя мужскую роль там и заботятся о семье. Но я говорю, я слышала только об вот этой вот фафафинах этих. Они... В каждой, скажем, культуре что-то, где есть подобное, они имеют свое название какое-то. И вот они, вот этот третий пол. Это было, конечно, очень интересно. Мы смотрели про Албанию фильм и про Индию. А, и про Бразилию. Про Бразилию мне вообще понравилось. У них там не то, что один просто третий пол, типа мальчики, переодетые в девочки, а есть два варианта. Есть мальчик, переодетый в девочку, и он накрашен, выглядит как девочка. А есть те, которые, ну, не стараются притвориться девочкой, да, но они носят там брючки, рубашки, но они мейкап используют, макияж используют. Это, и они делятся на два подвида, как бы. Вот. Было интересно. Так смысл в чем? Мы сегодня это изучали, а потом мы по этому работу писать будем.
А зачем их растят так? Я не знаю. Как-то я не разобралась пока. Она сказала, что мы продолжим на следующем уроке. Вот как разберусь, расскажу. Ну, если я не ошибаюсь, когда-то просто я читала об этих, вот именно то, что я слышала раньше, о фафинах этих, да, их воспитывают из-за того, чтобы, наверное, если в семье мальчики, и чтобы кто-то, кто дома о них заботился, его как бы сразу, ну, как девочку воспитывают, он заботится о доме, он готовит кушать, он, оно как к нему обращаться, короче, вот третий повод. Вот, ну, интересно, конечно. А начало девелопмента, что мы как делали? Как скучная мысль, пока ты в колледже пошла. В общем, да. А начало девелопмента сегодня нам тоже вот неприятная история. У нас будет 3 апреля, так как вот к нам приходила беременная женщина на консультацию, ну, мы ее опрашивали на интервью, к нам приведут несколько детей в возрасте от 6 до 2 лет, и мы должны будем записать от 6 месяцев до 2 лет, я не сказала месяца. И нам нужно будет записать, какие у них есть рефлексы. В это время с ними будут играть люди, а мы должны будем какие-то свои наблюдения записать, потом оформить это в определенную работу и сдать. Ну и, в общем, она говорит, кто, типа, детей-то принесет, кто хочет, говорит, ну. Потом она подчеркнула, говорит, что, говорит, не надо брать ребенка в парке, говорит, надо, чтобы кто-то, кого вы легально можете принести, как бы, ну, принести и привезти. Опять же, она сказала, что если, допустим, это ваш персональный ребенок, то надо, чтобы пришел ваш муж или кто-то, ну, ты же не сможешь писать со своим ребенком быть, правильно? Поэтому, ну, в общем, там определились, и она рассказала, говорит, что почему настаиваем, чтобы были какие-то, кто-то, кто еще будет помогать за детьми смотреть, и будут еще сотрудники приглашены, кто будет смотреть. Несколько лет назад, но она сказала, я вам, говорит, не пытайте меня, не скажу, какой это инструктор сделал. Когда она родила свою первую дочку, и дочке было 6 месяцев, она ее принесла на вот такой день. И тот профессор, не уточнив, сидит девочка или нет, говорит, вот мы стоим с мужем, говорит, потому что и муж мой пришел. Я, говорит, стою, и вот этот момент, она ее садит и отходит, говорит, вы, говорит, как в кино, говорит, я бегу к столу с криком «нет!» И в этот момент девочка падает на этот, блин, у нас не бетонный, а как это, гранитный этот пол какой-то, бетон. Да? Ну, он такой гладкий, он шлифованный. Да. Вот, и, в общем, короче, девочка упала. Но она говорит, я не скажу, говорит, она кто это был. Осталась? Ну да, все хорошо. Но она говорит, я была, говорит, очень зла, я была, в общем, раздосадована, и муж там, и, в общем, они ушли с этого бэби-дня, он там же несколько часов продолжаться должен. Она говорит, мы ушли, говорит, потому что, она говорит, я не могла больше продолжать, и все. Вот такой тоже неприятный случай. Но этот человек продолжает, мы уточнили у него, мы спросили, скажите, а этот человек продолжает преподавать в Child Development? Она говорит, да. Но она опять же сказала, говорит, я не скажу, кто это. Но, говорит, своих больше не принесу. Ну, а так опять смотрели фильм про деток, про то, какие у них рефлексы. Вот с рождения, у нас сейчас период будет, мы будем изучать от родов и до 2 лет. Ну и, кстати, я не знаю, сказала я или нет, наверное, это я Серёже нужно сказала до этого, или подумала, что сказала, что физрук сказал, что он заметил, что я люблю убираться, потому что неосознанно, когда я подхожу что-нибудь спрашивать у него, ну, к его столу, я всегда ему бумаги поправляю. Может, ты волнуешься? Ну, наверное, поэтому я ему навожу порядок, когда подхожу. Он уже особо и радуется, думает, ну хоть бы кто пришел, спросил, чего. Да. А, ну и он нам очень советовал всем сейчас смотреть новости по поводу вот этого грандиозного скандала, который произошел в сфере образования. Из UCLA арестованы уже несколько людей, говорит, которых я, грубо говоря, позавчера за руку жал, руку им жал, говорит, и я в шоке, что вот так происходит. Это вот этот грандиозный скандал про то, что платили деньги для того, чтобы дети были зачислены в определенные заведения, получали гранты там, как те, кто с физкультурой, ну, со спортом связаны. И вот он говорит, я в шоке от того, что он назвал даже фамилию этого дядьки, ну,
на данный момент он уже, короче, этот мужчина арестован. Он лично там подделывал какие-то фотографии, делал бумаги парня, который никогда там ни в middle, ни в high school не занимался никаким спортом. Он его оформлял как человека, который, ну, короче, со спортом, и он имел там какие-то гранты и всякое такое. Ну, это к тому, что если вы, скажем так, если ребенок занимается спортом, показывает какие-то хорошие результаты, то ему очень это помогает продвигаться и в школе, и в колледже, и в университете, но не получается такая ситуация, как было в Советском Союзе, что типа, если ты спортсмен, ты освобождаешься от математики, от всего, главное только бегай на лыжах, там играй в футбол хорошо и все. То есть, даже если у него хорошие результаты по спорту, то и вдруг плохо по математике, ну так, условно, то его могут даже не допустить к играм в команде, если он не будет делать хорошо уроки. То есть спорт помогает, но в то же время не останавливает другие уроки. Да, ну и вот он сказал, что, говорит, следите, говорит, это интересный процесс, говорит, такого раньше не было. Это, говорит, раскрыта грандиозная схема. В ней одна часть, короче, сядет та, которая делала это, другая, которая платила за это. Которые давали деньги, да, чтобы их дети пошли. Да. Офигеть. И, ну, это я не от него видела, я видела об этом на Фейсбуке, но я не стала читать. Просто там замешано и будет участвовать в этих всех судебных разборках. Если кто смотрел, когда-то был популярен сериал «Отчаянные домохозяйки», вот та женщина, которая играла многодетную мать, вот она платила за то, чтобы ее дети посмотрели там. И, короче, ее уже привлекают к даче показаний. Вот, ну и все, да. Все хорошо. Хороший день, все хорошо. На этом все? На этом все. Тогда? Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Не забудьте подписаться на канал. Кто подписался, тот вообще красавчик. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. И вы были на канале... Наша жизнь в Америке. New life is my life. Всем до встречи. Пока-пока.